Всем привет, дорогие мои друзья, с вами, как всегда, я Зератул, и с вами вторая серия прохождения игры под названием Genshin Impact, а именно Бездны. Сегодня мы продолжим наше прохождение по Бездне, и на самом деле много чего произошло вне записи. Я побегал по миру, пособирал немножечко сундучков, пооткрывал немножечко квестов и, ну, не сюжетных. И накопил немножечко маны, ну или энергии, я уже забыл, как называются эти осколочки. Кстати, какие-то достижения мне попадали. Это я к чему? Это я к тому, что у меня в прошлой серии было задание, а где оно было? Оно было вот здесь. Было задание на то, чтобы убить Геокубика, это задание я выполнил и получил за это сотку кристаллов. Это уже следующая глава, 7-я, и тут я тоже все собрал, как видите, и мне остается буквально лишь убить волка главного в соло. И откроется следующая глава, и дадут еще 150 кристалликов. Но это все мелочи. Почему? Потому что мы с тобой... Куда идем? Правильно, покупать осколочки. А мне, кстати, 5 не хватает. Ай-яй-яй. Или я туплю? Да, мне не хватит 5. Обидка. Ну, где-то надо 5 взять. 5 осколочков. Я, по-моему, не выполнял дейлики. Пойдем, вот, 10. Где он тут самый близлежащий? А чё, как кого? Ну, пойдем сюда. 10 осколочков получим. Парочку раз крутанем оружку. И я думаю, пойдем открывать бездну. И, честно говоря, я не уверен, что я смогу потянуть какие-то высокие левелы бездны. Поэтому думаю, что там все быстро закончится. И поэтому эта серия будет коротенькая. Зачем тебе лакривый сделал? Ну, короче, ребят, типичный делик. Даже не буду читать. Вы все это и так все знаете. Просто надо фармануть быстренько. 10 кристалликов. Поговорите с Йои Нанацуки. Пойдем поговорим с Йои Нанацуки. Вот. Тем временем еще вне стрима немножечко побегал и поапал персонажей. Тоже есть особые продвижения, но незначительные. Скорее облегчил себе жизнь так, что в будущем, когда будет стрим по Геншину, дофармим кристаллики, которые даются за пир орхидеи там и так далее. Кстати, надо Сянлин глянуть. Ну так вот, и сможем апнуть моих героев до максимально возможных для меня левелов. Это первое. Второе. Почему я вспомнил про Сянлин? Мы в прошлый раз, вернее в прошлой серии, так как открыли бездну, получили консту на Сянлин. Сейчас мы эту консту активируем. Так, отлично. Халявные 10 кристалликов получено. Теперь молимся. Это две крутки как раз. Давай. Две крутки. Покупаем. И там, по-моему, мне не хватает на третью, верно? Потому что у меня нету пыли. Ну да, мне не хватит на третью. Так что если сейчас ничего не выпадет, ну значит не выпадет, ребят. Ничего не выпало. Ну все, ребят, расходимся. Да. Ладненько. Теперь, получается, идем к бездне. Где она? Забыл я. Она где-то вот тут вот. Телепортируемся к бездне. И здесь уже будем что-нибудь открывать. Но перед этим мы жмякнем на Сянлинку и откроем ей созвездие. Потому что у меня уже С2 Сянлинка, потому что я выполнил бездну какой-то там квестик. И еще что-то я там повыполнял. Итак, витая бездна, погнали. Когда активный персонаж попадает по врагу со статусом электро, обычная атака, заряженная атака и атака в падении, элементальным навыком или взрывом стихий, возникает ударная волна, которая наносит истинный урон.
А это хорошо, что у меня Razer вкачанный. Пробуем, ребятки, здесь пройти на 3 звездочки. Это будет сложно. Наверняка. Но вариантов особо нет. У меня лишь 4 прокачанных персонажа. Ими и будем играть. А я что, не могу одних и тех же? А вот об этом меня не предупреждали. Па-па-пара-пам. Блин. Приплыли. А я не могу стартануть. Блин, ну и как быть? Ну давай тогда вот это убирать. Я даже не знаю, ребят, теперь что делать. Внезапно. Ну давай вот так, что ли? Может быть, в начале слабых героев? Так, подожди. У меня самые сильные это вот это. Сюда давай слабеньких поставим. Я не знал, что будет распутье. Ну, вот как я мог знать, откуда? Не знаю зачем, пусть будет вот так. Ну, пробуем, я не знаю. Пробуем, что тут скажешь? Вообще абсолютно не связаны друг с другом пачки. Физурон персонажа плюс 25. Ну, давай. А почему мы начали с них? А, ну потому что типа первая волна, а она слабая, да? Ну, кстати говоря. Ну, я не знаю, как я здесь смогу сделать так, чтобы осталось овер миллиард времени. Хотя, может и получится, конечно. Но тут нужно очень много врагов убить. Не, ну это, конечно. Не, ребята, я не представляю, как я смогу. Хотя... Ну ладно, здесь мне так повезло, подфартило, что в начале именно... Слаймики, слаймики, слабенькие. А я тут как раз мою прекрасную Яньфэй качал. Так что может оно что и получится, конечно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Я еще даже успеваю, прикинь. Там какой-то лучник вонючий. Стреляет. Ну давай, мать, стреляй поживее, живее, живее. Оп. Ты-дынс. Ты-дынс. Ой, ты такой вот вредный, мешаешься, что купец. И чё я раньше не поставил? А 420 секунд это сколько? Это 120 плюс 120, 240? Это 4 минуты. И 480? Это у меня вообще времени нет, кстати. Но я не выполню на 3 звезды таким отрядом. Скорее всего. Хотя, может быть, и есть шанс, конечно. Тем временем на той стороне. Фух. Ага, а вот тут-то и нюансик у нас. Ломаем. Нужно двоих убить. А чё так легко? Двоих всего лишь. Ну тут эффекты так сделаны, что... Эффекты прохождения, что я тут с легкостью должен рейзером проходить. Там что-то от электроурона, какой-то баф накладывается. Да плюс у меня еще физурон апнутый. Как раз то, что надо для моего Рейзера. Где ты? Видишь, чертяка исчез. На тебя ультанул. Пафосно и красиво я должен ультануть.
Простите, ребят, не удержался. Ну вот и все, изи. 3 звездочки. Блин, 2. Ну ладно, давай хоть как-нибудь пройдем. Но я чувствую, что у меня уже проблемки. Я уже не прохожу на 3 звезды. Хотя вот предыдущий левел можно было попробовать пройти, конечно. Но если тут нужно рестартить вообще все, оно того не стоит, конечно. С другой стороны, там много... Ай. Там много дают этих осколочков. Слушайте, тут придется Нингуанкой воевать, хоть у меня она и не вкачана. Ай. Некрасиво это вообще-то женщину бить. Ну, сейчас мы вас научим уму-разуму. Оп. Правосудию научим вас. Ты что там заряжаешь, я не понял. Блин, ну вот этот отряд у меня значительно слабее, конечно. И тут нужно еще и 13 убить. Боже ж ты мой. Эй, алло, ты что с ноги в женщину? Влетаешь. А ну так нельзя, нужно сначала с прелюдии начинать. Ишь ты, какое, мы таких сразу отшиваем. Нате вам подарочек. Стреляем. Но дела мои, конечно, очень плохи. Я никого еще не могу убить. Чувствуется проблемка, чувствуется отсутствие у меня нормального оружия. Я пройду, скорее всего, этот левел, но, очевидно, не смогу его пройти на 3 звезды, ибо, ну, тут прям видно, что я отстаю. Ай. Вот нет, видите, у меня здесь нету рейзера, который бы пинал их в то время, когда у меня все остальное в КД. И из-за этого, конечно, много проблемок у меня. Тихо. Так, надо их скучковать. Ну, я прям тут отстаю. Тут явно не будет. Что дает вот эта штучка? Она типа дает мороз на них эффект, да? Ай. Вот немножко подхилить Яньфэй. И пора подключать в дело Нингуанку. Хотя, как ни странно, может и успею даже. Хотя 240 это сколько? 4 минуты? Ну, слушайте, может и успею. Ну, блин, получается, я там лишь одно местечко на 3 звезды не прошел. Ну, это обидно. Но, с другой стороны, дальше я, наверное, не смогу. Ой, напердели-то. Давай, жарим их, Яньфэй. Жарь. Давай, 4 минутки. А осталось 2 как раз. Вот на них и ульту сейчас жахнем. Ну да, я, получается, там только на 1 звездочку не прошел. Но с другой стороны, тут еще сколько? 2 уровня, да? Посмотрим, что ближе к концу будет. Но перепроходить все из-за 1 звездочки, конечно, обломно. Победите 13 монстров. У-у-у.
Ох, вам сейчас будет больно, братки. Короче, нас приучили к тому, что пачек должно быть две. Получается, нужно собирать себе вторую пачку. Но во второй пачке у меня явно я и Мика должна быть. Это косяк, что я поставил и Рейзер, и я и Мику в одну пачку. То есть, очевидно... Ой, меня убили. Очевидно... Нельзя менять состав отряда? Я не могу реснуться? Погоди, то есть, если я умер здесь, то я умер здесь окончательно, что ли? Погоди. Попробовать снова. Что-то я не готов к такому. То есть я не воскресну к следующему левелу? Блин, тут еще и основательно заново надо начинать, я понял. Блин, и заново колупать этих. Обидно. Ну что поделать? Таков путь, да хватит меня кунать. Так, давай. По пути наименьшего сопротивления. У меня урон по области, так что норм. Во-первых, я так колупаю много кого, а во-вторых, так... Ульта копится неплохо. Нингуанка у меня тоже, по-моему, с констой. С какой-то. Взлетаем. Короче, да. Каждый персонаж здесь очень важен, получается. И без него лучше не дохнуть. Получается, я не факт, что допройду эту бездну. У меня очень слабая пачка вторая. У меня здесь не хватает я и Микко. Нужно я и Микко срочно качать. И она у меня будет второй пачкой. Вернее, главным ДД во второй пачке. А в первой пачке будет Рейзер. Соответственно, мне получается в обоих пачках Электроперс... Главный. Потом в первой пачке у меня будет Диона и Яньфэй, а во второй пачке Нингуан. Ну и кого-нибудь еще там выберем. Саю какую-нибудь. Ну и еще кого-нибудь. Ну, медленно, понимаю, ребят. Ну, как есть. А что по времени? 20 минут уже. Серия должна быть короткой, ибо... Я не планирую тут долго мучиться. Но я чувствую, чтобы пройти все три уровня, придется покопаться. Ну, Яньфэй неплохая. Я и Мику неплохая. То есть мне нужно будет собрать свою полноценную пачку. Ну вот, блин, обидно, что у меня нет цицы. Я цицы моя вайфу. Я Альбедо хочу себе. И Горо. Медленно, конечно, все это дело у нас происходит. И нелогично, у меня пачки собраны, но... Что поделать? Накида Минасай. Надо, короче, стрелять. С Нингуанки. Она вроде быстрее всех разбирается из этой пачки. Все равно, конечно, медленно, но... Но осталось лишь четверо. Ну-ка, ультанем. Акида Минасай, но... Ой! Лопатой меня закидал, жепка. У меня еще и оружия-то нет у Беннета нормального. Блин, у меня Беннет там с какой-то первоуровневой пушкой вообще. Фух. Вот сейчас будет обидно, если я все пройду на 3 звезды, кроме одного левела. А так оно, походу, и будет, да?
13 монстров. Блин, можешь перепройти вообще? Жахай. Ну, Рейзер тут вообще даже не замечает сопротивления. ХП, правда, маловато, но это мелочи. Я уже зарядил вторую ульту, ничего себе. Ну да, однозначно. И реально будет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Рейзера не теряем. Вообще нельзя. Реально будет обидно, если я не пройду лишь один левел на 3 звезды. Это ж целый уровень придется перепройти. Но я думаю, уж перепрохождение левелов я, наверное, оставлю, так сказать, на вне записи. Потому что это просто муторное повторение одного и того же. Мы, так сказать, по разу пройдемся. И на этом данные видосики будут заканчиваться. Ну и плюс там каждый месяц будем фармить новую луну, или как там это называется, ивент. Опять я провтыкал. Блин, давай посмотрим, рестница он в начале левела или нет. Блин, ну получается, я и Мику надо качать. А то у меня какие-то проблемки. Явно. Без я и Мику. Ну я тут, конечно, добью, но какой ценой? В итоге Рейзер-то, в смысле... Ну да, Рейзер-то отъехал, я так понимаю. И тут уже не звезда. И что, у меня респится? Ну вот мы и узнаем наверняка, респится ли герои в случае, если я их убил. И это третий зал. Мог ли я пройти моей пачкой на 3 звезды все? Да вполне, ребят. Просто нужно по-другому пачку эту самую собрать. Вот. И, в принципе-то, и норм, может, было бы даже. Конкретно для этого. Да вы заманали, дайте-ка стануть. Нет! Блин, основной дамагер мой того. А чё так больно? А тут нормально отвечают, я тебе скажу. Троих нужно было убить, а я на этих трех потерял себе Яньфейку, блин. Но это третий зал вроде бы. Сюда иди. Ах ты маленькая. Убегаешь. Но там без Рейзера будет сложно. Где ты там? На. Как же тебя сложно убить, жесть. Просто жесть. Копись, 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 ульта. А! Блин! Я и без Нингуанки остался? Да ты шутишь, я тебя как убью-то. Так, ладно, качаем Саю. Маленькую ниндзю. О! Жесть! Как я пройду-то? Это все дело. Но это этаж 5, зал 3. То есть это последний зал. Если сейчас вот выиграю, то норм. А тут 3 монстра нужно ушатать. Иди же, пассати же. Какой же ты сильный, походу. Так, ладно, давай-ка играть на моих условиях. Ай-яй-яй. Кстати, пушка-то у меня неплохая на
на Сянлинке-то? Да и два созвездия-то. Блин, а как у меня Сянлинка-то жарит? Правда, умирает? Быстро. И это, конечно, вообще не ок. И пусти. Да ты чё? Да ты чё? За один удар? Я тебя как убью-то? Обалдеть. И как я должен их убить? Ну ладно, по 700 стреляем. Капец, он взял и убил мне их всех. Так, ну остался один. И он, благо, реально один. Вон он идет за мной. Ай. Да блин. На. Он все время невидимый. У меня все сдохли. Что за эпичное прохождение получилось по итогу? Да отстань своими шариками, вонючками. Где он? На. Да блин. Ну ты видишь вот это вот? На. 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 Где он? Фига ты! Ты что тут делаешь? Допинываем, допинываем его. А, последние 3000 хп. Да хватит меня своими вонючими шариками бить! Умирай, 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 умирай! Жесть! Но мы могли пройти это все. На 3 звезды, если бы я правильно собрал пачку. И чё по итогу? Сколько мне дадут наградок? 200 на одну крутку. Ну, короче, смотри. Я вижу выход следующий. Значит, мы берем отряд. И делаем следующим образом. Значится, отряд Рейзера. Пишем. Тихо. Отряд Рей. А что, нельзя больше? Так. Ну, пусть будет основа. Ладно, основной. Значится так. Здесь действительно будет вот она. Тебя убираем. Вот этот отряд можно даже вот так оставить. Здесь явно нужны изменения. Сюда добавляем Нингуан. Соответственно, Электроперс, Геоперс. Тебя вообще убрать. Тебя тоже убрать. Соответственно, получается у меня пачки-то какие? Тут Рейзер, Яньфей, Диона. Это однозначно так. Сюда можно кого-нибудь впихнуть, чисто чтобы у меня элементальный резонанс какой-то был неплохой. Ну, кстати, если 4 разных штучки, то что? Элементальный эфи сопротивления повышается. Длительность криоэффекта на 40 увеличивает силу атаки на 25. А что если... А, это вода, кстати. Бррр. Хотел синьцу добавить. А можно, кстати... Так, ну вот здесь пачка слабая. Сюда Сянлинку бахаем. Явно. И здесь нет хила. Тут хил есть, в принципе. Ну, сюда можно добавить, например... Саю. И вот такая, ну, немножко странная, но все же пачка. А сюда, получается, нужен какой-то еще дамагер. Дамагер, у которого будет какой-то эффект. У меня здесь электро, огонь и холод. Если 2 электро. Длительность гидроэффекта на 40, статус сверхпроводник, перегрузка, имеет 100% шанс на элементальные частицы электро. Если 2 льда, уменьшает длительность электроэффекта, увеличивает шанс крит попаданий по замороженным врагам или врагам с криоэффектом. Так, а если 2 огня, уменьшает длительность криоэффекта, увеличивает силу атаки.
Или четыре разных персонажа абсолютно. Но можно, конечно, еще сюда бахнуть кекцин нашу. Пускай тут бегает. И вот такая будет странненькая пачка. Только вот раз надо местами поменять. Чтобы мне привычные кнопочки нажимать. Ну вот такая. Два электро. Тут чисто пинаешь всех. Тут ультанул, ультанул. Ешка ультанул обратно в Рейзера. Ну, логики в этом не ищите. Я не шарю тут за то, как собирать. А, тут же нельзя длинные названия. Ну, пусть будет отряд 2. Ну, а тут, конечно, послабее дело. Ну, вот как-то так получается. Как-то так. Будем ли мы пробовать дальше? Ну, на полчасика видео получается. Давай, наверное, крутанем. Если что-нибудь выпадет, порадуемся. Если нет, я даже не знаю, продолжать ли, ребятушки. Ничего не выпало, как всегда. А вот как же мне неплохо было бы получить оружие-то хорошее. Тут можно Райден покрутить. Ну, что-то мне не зашла Райден. Она, конечно, сильная, там все дела. Мне вот Какоми зашла, но она слабая. Ну, именно внешне. Ну, про цицы, которые я там выбивал миллион миллиард лет, я вообще молчу. А что у нас сейчас по магазину? А по магазину у нас Синцу и Нингуан на 13 дней. А тут у меня не хватает, к сожалению. Ты понимаешь, как грустно. Можно, конечно, купить черногорский агат и решить все вопросы, связанные с... А, кстати, об этом. Давай посмотрим, что у меня по пушкам. У моей прекрасной Кецин оружия, конечно же, нету от слова совсем, да? У меня меч флейта. Силу атаки и защиту. А вот что ей качать-то? Напишите мне потом в комментах. Напишите в комментах, что качать нашей кекцинке. Я имею в виду, какую статку для нее важно качать. Силу атаки, физурон. Вот какая статистика для кецин важна. Потому что можно, в принципе, ее оставить. Пускай будет такой револьверный перс у меня. И вот на ком-то у меня... Ах, да. Вот на этой дамочке и на этой дамочке нужно разобраться с оружием. Тут у меня что? Тут у меня... Ой, тут предстоит мне покачаться вне записи, чувствуется, да? Но это хорошее копье. Оно увеличивает пироурон. А сама моя прекрасная Сянлинка, ее придется, да, качать. А тут что? Тут мне нужно открыть и надзуму. А оружие у тебя какое? А, так у тебя меч Рейзера. Вот почему ты так колупала всех жестко. Альтернатива. Урон взрыва стихии увеличивается на 0.12. Ну, ей не надо это, конечно. Моментальное восстановление Ешки. Но моментальное восстановление Ешки, кстати, выглядит интересным вариантиком. Ну ладно. Вот такая вот у меня странная получается пачечка. Прокачаемся, я думаю. Смогу ли я пройти еще что-то, чтобы это видео было подольше? Я думаю, нет. Можно попытаться перепройти, но это как-то уж ну такое. Или попытаемся. Тоже распутье. Тут тоже нужно будет 2. Крио попрыгуни, электрохиличурл стрелок, крио слайм. Крио маг, гидра, пира. Блин, ну тут уже прям жесткие враги. Гео шамачурл, блин. У меня с гео вишапами и вообще все, что связано с гео, большие проблемы. Наверное, мы оставим это до следующей записи, до следующего видосика. Вот, следующий левел. И я думаю, что перед записанием следующего левела я сделаю стримчик, на котором мы докачаем моих персонажей, потому что я, смотри, Рейзера у меня, по сути, нужно вот тут вот добить немножко, тут вообще все готово для апа, нужно лишь вот набрать чуть-чуть пироорхидеи, чуть-чуть геовишапчиков. Ну, тут, конечно, придется работать и работать. А, кстати, блин, не хватит мне, да, доапать, к сожалению.
Вот потратил я все фиолетовые книжечки-то. Ну тут, конечно, забей, просто денег надо. А что у меня по количеству смолы? Может быть, мы немножечко побегаем по артериям? Так, это не та артерия. С книжками, вот. Пойдем немножечко побегаем, чтобы видосик не был слишком короткий. Хотя, конечно, можно уже было бы и закончить. Но вдруг мы сейчас с тобой доапаем кэцин. Придется, короче, качать кэцин. Придется качать сянлин. А там, может, того гляди, кем заменю их. Но это исключительно ради бездны. В остальном там, может, и норм будет. Так-то у меня пачка неплохая получается. У меня есть Яньфэй. Хотя можно, кстати, кэцин отправить в другую пачку, а в эту пачку оставить Яэмико. Но я думаю, что Яэмико просто она посильнее будет, чем кэцин. И, может быть, ее имеет смысл сделать лидером той пачки. Ну, главным, так сказать, персонажем. Вот. Шух-ш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 ух. 70 урона. 70 урона, которые ничего не могут сделать. А у кого там, кстати, пушка-то не прокачана? Я забыл, у Кэцин, да? Слушай, хорошо, что ты их мочишь, это прекрасно. Да блин, он его хилит, я его добить не могу. Ну, слышь? Хара хилить его. И Рейзеру надо таланты покачать, явно. Раз он у меня основной герой в первой пачке, надо его вкачать на максимум. Нужно будет повыбивать еще Рейзера, консту на него. У меня там, по-моему, ни одной консты на Рейзера нет, а у него там, по-моему, на третьей или где. Короче, есть у него какая-то конста, которая облегчает ему жизнь, которая что-то то ли урона добавляет, то ли по области этот урон делает. Ну, конечно, Ешка Кецин мне не нравится от слова совсем. Типа, да, наверное, она доджит много всего таким способом. Но это так вообще неудобно. Хочется чего-то, чтобы нажал и кучу урона. Но при этом, чтобы все было красиво и чтобы это была твоя вайфа. Так, пора подхиливаться. Так, здорово. Держи по 1800. Оп-оп-оп-оп-оп. Вот это тоже надо собирать. Так, сколько мне дадут здесь книжечек? 3. 3 и 7. Масочки тоже надо собирать. Идем дальше, получается. У меня еще на 2 раза хватит. Попробуем кэцин докачать в этой серии. Ой, я что-то тут феечку где-то не нашел. Ну и ладно. Или кого там надо докачать, я забыл. Там заодно и ролл дадут. А ролл это, как говорится, не только ценный меч, но и пыль. А пыль это еще одна крутка. Слушай, звучит как план, реально, смотри. Мы сейчас с тобой берем... Докачиваем ее до 50 левела. У меня хватает всего, чтобы ее апгрейднуть. Я получаю... А, ролл стандартный. Ну и что? Зато если в этом ролле мне ничего не выпадает, мне хватит пыли, чтобы купить событийный ролл и крутануть еще один раз баннер оружия. Слушай, ну вот и получается и план на завершение видосика. И видосик-то получается не такой уж и коротенький. Видосы про бездну, они все равно будут такие... Как бы сказать, если в сюжете я прям стараюсь идти по сюжету, чисто катсценки, озвучка Пайман, там все дела, то бездна это уже контент такой более-менее бесконечный, и тут можно, я думаю, и отвлекаться временами на вот такие мелочи, да, как там артерии и так далее, потому что в целом-то эти видосы же про бездну, бездна быстро проходится, если ты ее тянешь, а если не тянешь, то и нет смысла в нее лезть.
Вот. И, короче говоря, вот. Не так кнопка. Непривычно пока кнопочки так нажимать, конечно. Тише, тише, тише. Что началось-то сразу? А у тебя иммунитет, ах ты ж. Жахаем. Ух, сколько тут с вас повыпадало-то. Ой, тут отъехал. Мистер Рейзер отъехал. Ну, конечно, вот Кицин, на мой взгляд, бьет очень слабо. Понятно, что она у меня вообще не вкачанная, но... Она какой-то такой персонаж, типа, включил, нажал кнопку выключил. Такие мне не очень нравятся. Я люблю, когда вот можно вот так вот сделать. Раз, куча урона. Вот бы мне выпала легендарная книжечка для Яньфэй. Ну или для Яи Мику тоже подойдет. А там сейчас, к сожалению, книжечка на хпшку, кстати. Не то чтобы хорошо, потому что хпшка не всем нужна. Я бы даже сказал, практически никому не нужна хпшка. Всем нужна крит-шанс, просто крит-урон, ну и бонус там всяких атак. Силы, физ-атаки и так далее. Это я долго вожусь с этими слаймами. Так, там уже, может быть, хватит? Там, может быть, уже хватит? Не похоже на то. Ну, давай еще одну артерию откроем. Последнюю, потому что смолы-то больше нет, я ее сегодня растратил. И дальше синими книжками добьем, что осталось. Так, где там она? Она вот там. Надеюсь, она там не посередине деревни или чурликов, а вон она. Ой, я забыл, кстати, воскресить. Главное. Так, ну-ка, дети, встаньте в ряд. Жух-жух-жух-жух-жух-жух-жух-жух-жух. Так, и Рейзера подрубаем. Он как раз и подхилится. И надо будет мне на стриме на каком-нибудь или вне записи пофармить. Я прям, наверное, сяду сейчас после этого видоса и запишу, каких компонентов мне нужно нафармить до талого. Вот прям запишу себе. Чтобы дальше либо вне стрима их фармить и знать, что именно мне нужно фармить, либо на стриме знать, что фармить. А то у меня как так получается, что я стрим запускаю, а что на нем делать, ну не всегда понятно. Просто в основном бегаю, что лутаюсь с друзьяшками, подписчиками. Это не очень правильно. Надо структурировать задачу. И, кстати, красивее всех ульта у Яи Мико. Вот просто самая пафосная ульта. Она превращается в лисичку и так пафосно такая: «Ха-ха, я тебе оторву голову, да-да тебе будет больно, но ты ничего не сможешь поделать, ведь я Яи Мико». Вот как-то так она делает, короче. Ну и чего, что греха таить, красивая она, красивая это ваша Яи Мико, прям вообще, и поэтому и хочется ее в основную пачку-то, вот в пачку, в которой я бегаю. Ну может я так и сделаю, может быть я прокачаю все-таки Кицин, и Кицин жахну в ту связку, а в эту связку верну Яи Мико, и это конечно нелогично, ведь у меня получится три персонажа ДДшника и один саппорт, ну и что? Мы тут это
кайфуем же. Играем вайфами ради вайф. Так, вливаем. Да, к сожалению, вливать тут недолго пришлось. Но 5 левелов, я думаю, мы тут не апнем, конечно. Да и денег как-то у меня того. Слушай, а мне денег не хватит. Ети же, пассатижи. Так мы не сможем доапать-то ее сейчас. А, или сможем. Так, и сколько же будет стоить ее возвысить, я дико извиняюсь. 60 тысяч, а сколько у меня денег? А, у меня 311, а я думал у меня 30. Ну все, 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 панику, зря панику навел. Ну вот и кицина апнули. А раз мы ее апнули, получаем наградку. В какой-то веке я хочу, чтобы мне ничего не выпало с этой наградки. Потому что у меня будет еще одна крутка событийного баннера. Но, впрочем, тут как повезет, конечно. Так, тут ничего не крутится, тут ничего не крутится, тут крутится. Давай. Ну, конечно. Только я сказал, что я ничего не хочу. О, ржавый лук. И что это? Внезапно. Внезапно оружка в стандартном баннере. А я баннер оружки кручу. И что, и куда, и кого? А у меня и лучников-то нет, чтобы я оружие-то это такое юзать. Так. Ржавый лук. Быстрая стрельба. Увеличит урон обычной атаки на 40, но понижает урон заряженной атаки на 10. Но это кфишель, по-моему. Ну да. Для Дионы церемониальный лук это просто пушка. Получается кфишель. У меня больше лучников-то нет. Получается фишель нужно будет снарядить этим луком. Ну, Эмбер я даже не беру в расчет просто. Ну, получается, дамочка, тебе вот такой вот лук достается. С силой атаки и базовой атакой. Ну, блин, это обидно. Я думал, мне ничего не выпадет. Увеличивает урон обычной атаки, да? Но я не играю через фишель. Ну, давай, пока я не закончил видео, давай все-таки еще раз подумаем над пачками. Мне чертовски хочется, чтобы я и Мико была вот здесь. Вот прям не могу, хочу. Вот так хочу, чтобы было. Идеальная пачка. Такой кайф. Но тогда нужно думать, что будет здесь. Ну, что будет здесь? А здесь будет кицин. Я бы причем заменил бы тебя вот так. Типа основной дамагер, вспомогательный дамагер. А кто здесь был? Сян Линка здесь была, да? Где она? Не вижу. Не вижу Сян Линку. Не понял. А, вот она, потому что. Вот так. Ну и Саю. Пачка вайфу, пачка не вайфу. Ну ладно, Саю мне нравится. Остальные, ну туда-сюда. Кицин я вообще терпеть не могу. Ненавижу ее за то, что она мне выпала дважды. А я из-за этого просракал овер дохренилиард круток на двух баннерах. Обидка. Ну вот как-то так получается. Блин, нафиг мне нужен ржавый лук? У меня лучников-то нет, кроме фиши. Или вместо Саю сделают лучника, и у меня будет здесь два электроперсонажа. А смысл? У меня тут связки-то особо нет. Да ладно, пусть будет вот такая, наверное, пачка. Можно, конечно, еще третью пачку замутить. Самых, так сказать, ненужных. Ну кого я тут могу на третью пачку поставить? Ну блин, самых ненужных, да, и ставить в основную пачку Сахароза. Сахароза так топовый перс. Ну ладно, допустим, у меня будет здесь вот так. Тут будет вот так. Ну и вот так, что ли. Пачка самых бесполезных, короче. Ну, кроме сахароза.
Хотя фишель тоже норм, наверное. Но тут у меня тоже комбинация никаких, 4 разных перса. Короче, ребят, не знаю. Короче, не знаю. Я знаю, что я и Микко прекрасно. И на этой ноте мы и закончим. А пойдем, кстати, возле бездны встанем. Замутим крутую превьюшечку. Нет. Давай замутим. Давай замутим ульту для Яи Микко. Блин, но ну ее долго колупать придется. Хочется красивую, пафосную. А можно, кстати, фотографию делать во время ульты? По-моему, нельзя, да? Ну, ладно. Тогда ладно. Так, мокренькая Яи Микко. Делаем фотографии. 9 на 12. Так. Смотреть в камеру, скрыть личную инфу. Вот такая вот на пафосе все дамочка, поняла? Ты поняла? Вот такая вот на пафосе она. Вся из себя крутая. А подожди, давай подождем ее какого-нибудь эффекта-то. Может, к ней птичка какая прилетит? Или что там у нее появляется, я уже забыл. Алло, что-нибудь появляется вообще? Ну давай, что-нибудь, родная. Блин, глаза закрыл. Смотри в кадр. Ой, а это что? Да блин! Проморгал. Давай еще раз. Еще раз, родная, покажи еще раз птичку с лисичкой. Давай, пальчик наготове. Звучало это как-то пошло. Ну давай, давай, не стесняйся. Я знаю, ты можешь. Нет. Ну тоже что-то такое. Птичка поинтереснее была. Давай, лисичку с птичкой. И закончим как раз, а то серия уже большая получается. Только не провтыкать момент, когда появится лиса. Там прям вот секундочка. Так, вот птичка. О! Отлично. И глаза открыты, и все открыто, идеально. На этой прекрасной ноте будем заканчивать, ребятки. Обязательно ставьте ваши лайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь на мой канал, на группу ВК, сообщество Батлнет, сервис Дискорд, оформляйте спонсорку, чекайте мой инстаграм. Удачи в играх и не только, и пока-пока.